Там вот какая-то там черная точка. О, красиво. Мощно. Фу. Ну да, он не очень. Меня уже штырить начинает. Чисто подмышки цыгана. Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы будем с вами пробовать продукцию из Узбекистана, а именно монстр. Здесь много разных видов. С вами Джим и Анмяу. Салам алейкум, дорогие друзья! Ссылочки на телеграммы мои, Ани, все в описании. Там же и другие ссылочки всякие, на стримы, например. Так что сразу знаете, что, куда, как, чего, можно где подписаться, найти. Вот, ну сегодня у нас много всего разного. Мы приехали сюда, да, как вы знаете, вот. Жить. Здорово. Я, короче, теперь узбек. Я в Узбекистане. И зашли в магазин и удивились, сколько здесь всего. Да, здесь 13 видов монстров, представляете? Просто в обычном магазине сетевом. Да, да, да. Стоит 13 видов монстров. Мы такие, надо точно записать обзор на это все. Да, так еще и это. Мы в другие магазины всякие заходили, там тоже куча всего. И если вам вообще интересно про жизнь в Узбекистане, ну, какова она здесь, мы можем снять ролик про плюсы и минусы. Поэтому комментируйте, обязательно пишите в комментариях, хотите или нет. И давайте, если будет больше 3000 лайков, то мы сразу подорвемся и все это начнем снимать. Да. Так что чем больше лайков, чем больше комментариев, чем... Тем быстрее выйдет обзор. Вот. Да, здравствуйте. Что, сразу что ли мы так быстро начинаем пить? Ну, а что ты хочешь сказать? Мы сейчас выпьем 13 энергетиков и сдохнем. На этом прекрасном виде, где нам запретили съемку, но мы все равно снимаем. Ну ты лучше об этом не говори, не упоминай, Артем. Ладно, вы ничего не слышали. Узбекское правительство сейчас услышит нас и пиздец. Черт, ну там какой-то охранник за чухрыженный. Да, да, ну ладно. Он нам запретил, правительство, надеюсь, не запретило. Да, ну что, мы ничего не показываем. Надеюсь, мы не нарушаем закон. А мы можем нарушать? Откуда я знаю? Ты говорила, что не можем, думаю, пока мы шли парк, сюда. Это парк. Ну парк, он открылся два дня назад, в нем даже еще ничего не достроено. Ну да, согласна. Ну, но мы в другом парке, на самом деле. Да, видите? это не тот парк, далеко, который закрыт. Ну да, тут рядом есть маленький другой, и вот эта река с того парка далеко. Да, да, ребят, так что забейте, все законно, все легально. Мы ничего не будем вам из парка показывать, только фон вот этот. Да, все хорошо, все легально. Да. Так, ну и что, у нас 13 видов монстра. Какие из них ты пробовал? Все. Ладно, шучу. Все? Я пробовал белый, вот этот, наверное, стандартный. Вот этот мой любимый. Вот этот я пробовал. И вот этот, розовый. По-моему, появился в России. Я пробовал. Да. И все. Да, но и я все. Предлагаю начать с тех... Ну, мы давай так будем прям описывать вкусы. Давай. Чё, кого. Ну, я не умею так. Давай ладно. С белого нашего классического. Мы его всегда берем. Да, это самый любимый монстр вообще из всех пока что. Вот пока я все эти не попробовала. А тут, кстати, много без сахара. О, да. Да, мы все расскажем, все покажем. Цена где-то здесь, она у всех энергетиков одна. Да, кстати, 25 тысяч сум, по-моему. На рублей 10 вроде дороже, чем в России они стоят. Да? Ну, давай вроде. Пробовать. Так. Опа. Вау, опа, ну это белый, классический. Это звук наслаждения, но это не классический. Классический, это вот этот классический. Ну уже без сахара классический. Это классический без сахара, да? Да, чисто да, ну для нашей жизни классика. Вкуснятинка, да? Попробуй описать вкус. Ну-ка. Какой вкус? Вкус персик. Что, реально? Кислость. Глицин. Глицин, почему глицин? А на вкус глицина есть такой, да. Да, какой-то глицинчик. Да, да, какой-то глицин растворили, и получился вот это. Ну, что-то такое, да, сладковатое. Да, под язычком надо его полоскать, да, чтобы да, поумнеть, да, или да. Что там вот делать глицин. Вот если глицин рассасываешь со слюной, и вот это загазировать, все, получится вот этот энергетик. Да, да, да. Но этот вкус не описать, я не знаю, как его... Я даже не верю, что мы допивать не будем. Жалко. Ну, а что делать, 13 энергетиков, куда мы? Вкусный вот этот, кайф. Ну вот этот, да, он прям ну, охеренный, из сахара прям самый как будто лучший. Сахарозаменитель очень хороший, с чем-то на спрайт похожим, наверное. Ну да, да, такой с кислиночкой. Не спрайт, но что-то. Что-то из спрайта с кислиночкой. Да, да, такой. Да. Ну да. Вот этот кайф мне пока... Ну, этот самый лучший. Да, из... без сахара, вот адреналины, например, вообще не то. Адреналины? Там есть как мыло адреналин. А, да, синий, там белый адреналин. Белый адреналин, он с апельсином. Какой-то нормальный, а какой-то дурацкий. Да, там. Да. Да. Странно, кажется, я привык их пить, а не в бок убирать. Ну а что делать? Потом выпить, блядь, травка попьет. Жалко. Травка мы хотели попьет. Купить банку, короче, в конце туда все вылить, чтобы получилась суперсила. Коктейль. И выпить. Но, сука, банку забыли. Забыли банку. Можно да. налить на траву и лизать.
Ну, можно, да. Или вон туда в пруд, и все будут суперсильные. Можно в рюкзаке смешать чисто. Можно в ладони. Да, вот так. Ты мне будешь наливать? Будем омывать. Да, да. Лицо, энергетика. Хотелось бы, чтобы какие-нибудь голуби, как в обзоре на Мак сюда прилетели. Ну, тут вообще. Или цыгане, чтобы прилетели. Ну, цыгане, мне кажется, выгоняют. И им давать все, или сказать, садитесь, и вокруг будем пробовать. Да, да, не, мы вам будем отдавать. Вот мы попробовали, и вам, вы по кругу будете дальше допивать. Хочу вот этот, меня прям он привлекает. А мне не нравится, он как будто с миндалем каким-нибудь. Ультра золотой написано, ультра голд. Ну давай, мне какой предвкушаешь вкус? Предвкушаю вкус такой. Тут все на нерусском. Почему-то апельсина. Да, тоже мне кажется апельсин. Да, вот что-то такое апельсиновое, да. Так. Хотя от монстра можно чего угодно ожидать. Вот этот же белый, хер пойми, какой вкус у него. Что это? Это типа, знаешь, торнадо, флэш. Ну-ка. Стандартный энергетик, типа, пока на запах, не? А, какой-то манго, мне кажется. Ну, значит, ну я у нас, если что, вообще... У Ани более правдивые передачи вкусов и запахов, чем у меня. Но у меня сбоит система. Ну да, Артема по-простому он описывает всегда. Я пробую? Ну, пробуй. Ну-ка. Че, как тебе L-креатинчик зашел? Чувствуешь L-креатиновую силу? Блин, это вообще непонятный вкус, слушай. Да, не описать? Что-то такое реально манговое какое-то. А, ну да, это не как флэш, какой-то, впрочем. Какой-то ну, такой лайтовенький, вкусный. Разбавленная манго а с сахарозаменителем. Нет, это без сахара. А, зеро сугар. Да, зеро шугар. Сугар. Сугар, зеро сугар. Ну какой-то... Да, какой-то вот, манго, вот... только отдаленное. Да, да, отдаленное манго, такое разбавленное, прям манговый компотик. Ну ничего такое. Легенький, да, очень недалеко вкусный. От того, как будто что-то еще. Как будто вот в тот очень отдаленный вкус манго добавили. Не? Ну вот, да. Ну слушай, охеренный. Охеренный, да, охеренный. Да. Это второе место по любимости. Ну сахарный пора, ебать. Стандарт, классика. Ой, ну кстати, стандартный монстр я как-то не особо люблю. Не любишь? А я не помню, какой он. Монстр Энерджи черный, обычный, с сахаром. Да. Так. Нихуя ты как пафосно открыл его. Ну, не нравится мне. Вот флэш, вот это вот все. Вот это флэш, да. Ну так монстр, он же этот, батя энергоз. Ну, типа, знаешь, богатый флэш. Ну-ка. Дорогой. А только флэш как будто пьешь, и у тебя язва уже образуется моментально. Да, нормальный. Это прям из флэшей. Да, только такой. Но прям насыщенный. Как будто не чисто в подвале крафтили. Батя флэша, батя да. флэша. Не, это флэш в Гуччи. Бля, чуть пока все вкусно, как будто реклама монстра. Если вдруг что-то хотите, какую-то продукцию из Узбекистана, что-то вообще на обзор, вы пишите обязательно в комментариях, тут очень много всего. Например, у нас есть идейка в чате на стриме, подкинули. Здесь есть, как это сказать, типа подделки. Подделки брендов, подделки да. брендов. Есть, типа, вот, например, Чокопай, а тут есть Чокофарт. Вот, то есть, или как Сникерс, это переводится, Чокофарт? Ну, шоколадный пук. Вот. Вот. Или, например, есть сникерс, а там сникерс или сникер. Вот что. Не стесняйтесь в комментариях про все писать. Да, да, да. Есть что. Ну, насколько оцениваешь, вот это сахарное. Пока там. Все десятка. Ну, пьешь и кайфуха. Ну и сахар это ну, уже просто на любителя. Да, да, сахар на любителя, но вообще, конечно, вообще балдеж. Очень да, вкусно. Да, да. Пока все хорошо. Угу. Теперь какой-нибудь вот этот хочу. Это не бывает, да, такого в России? Нет, нет. Monster Energy Ultra Blue. А есть Blue? Тоже без сахара. Это? Так они все да, ультра, это по-моему. Без сахара. Там это ультра без сахара. Ультра голд, ультра блю. Так, ну давай, зеро кукру, это что такое? Ну, наверное, ноль сахара. Зеро кукру. На узбекском кукру это сахар? Я не знаю. Ну, видимо. Но тут нет ничего по-русски на банках. Ну вот почему-то мне представляется, какой вкус представляешь? И такой с холодком что-то. Я всегда белый монстр представляю. Ну да, что-то может что-то быть. Что-то должно быть с холодком такое. Такое, да. Еловое, черника, может, нет? Такое с еловое, холодком. Прикинь. Еловое, монстр ель. Ну, типа хвоя. Ну, такое, да? Мне кажется. Ну, хотя он такой, типа, новогодний. Ну, что-то, да. Я вот представляю, что-то с холодком такое ягодное. Да, ну, пробуем? Конечно. Он голубой внутри. О, бью! Я так хочу, я хочу. Там какая-то черная точка на дне. Ой, фу. Но, блин, тут не передать, но он такой с легкой голубизной. О, красивый какой. Трава не сгорит теперь? Нет, думаю. Наоборот, она начнет расти сильнее. Вкусно, но не понимаю. Не очень, да, тебе? Не, нормально. По новогоднему вкус. Кстати, могли не бы... Не могу описать. Да? Могли бы, кстати, ставить оценки вкусом. Десятки. Пока десятки. Я бы вот черному монстру с сахаром поставила бы 7. Так. Какой-то вкус. Да, Новый год. Какой-то барбариски, что ли? Не знаю, какой-то. Какой-то вкус барбариски. Что?
что-то такое. Я не понимаю, что это за вкус. Какая-то прохладная барбариска, что ли. Шампунь. Жумайсумба. Да, вот что-то такое очень рядышком. Что-то это? Как будто есть на Новый год где-то такой запах. Да, да. Как будто мишуры с елки поел, и у нее тоже такой вкус должен быть. Ну да, вот. Что такое барбарисное какое-то. Ну, кстати, мне не очень. Ну так, ну типа вот тут семерочку, шестерочку. Ну да, но, да. Но, не, если сравнивать с другими какими-то вообще, в принципе, энергетиками, то кайф. Ну, если с другими сравнить, понятное дело. Ну, я что-то просто не знаю, не могу, кроме монстра, вспомнить вкусные энергетики. Ну... Мне всегда монстр больше всего заходит. От Редбула меня тошнит, например, я не могу его... А, во, Редбул мне нравится. Вот это прям классический, как водочка такой. Среди энергетиков. Да, типа столичная. Ну, давай, монстр панч. Панч. Извиняюсь. Ничего страшного, Артём. У меня козюля зависла, я не знаю, как избавиться. Ну, вот идет. Да? Ну, мне так дед делает, так. Блядь. Не, не исчезла. Я просто носом попердел. Надо уйти из кадра. Съешь ее. Она, наверное, на волосинке висит. Ну, это... Что дальше? А, что хочешь? Давай. Давай вон Monster Punch. Это, я что-то такое не помню, чтоб я пил. Да когда он с пятерки? А, это, кстати, наверное, как баблгам какой-нибудь. Нет, это вроде персиковый. А, да? Да. Ого, странно открылось. Так, где там охранник не бежит? Который... Да не бежит, всем похуй, господи. Ну ладно, короче, это вроде бы персиковый монстр. Пробуем. Давай. Персиковый? Да, прям охеренный. Да? Вот это десятка. А это сахар? Да, но это с сахаром. Это десятка, но с сахаром. Пунч. Обидно как-то. Бля, вкусный. Вообще, да, очень такой нежный. Панчи там? Бля, офигенно. Вот этот черный, думаю, напоследок надо. Он какой-то урод. Да. Так, ну сейчас жестко. Тогда пробуем. Monster Energy Ultra Watermelon. Да. Вот такой. Это вот. Арбузненький. Вот я, кстати, люблю арбузные. Он без сахара. Ой. Ну он без сахара оттирает. Красненький. Какой-то, знаешь, пахнет как мыло для рук арбузное какое-нибудь. Не, мне вообще не нравится. Да? Ну-ка. Я такое, вообще, вот я такое прям не люблю. Вкуса. Я люблю. Не, это какой-то не арбуз. Это химозный арбуз. Так, о, да. Одеколонное. Да, как будто мыло. Что-то какое-то очень кислое, одеколонное. Гель для душа. Даже что-то напоминает, как будто это протухшее какое-то. Ну, это не очень. Еще вкус такой прям ядреный. Да, он очень кислый какой-то. Не знаю, мне кажется, вообще неудачный. Ну вот, если представите самый химозный вкус арбуза там в жвачке какой-нибудь дешевой. Бля, это точно, это вкус орбита с арбузом. Это вкус арбузного орбита. Ну, кому-то, наверное, понравится тогда. Ну, он кислый. Мне кажется, перебор. Это самый неудачный монстр. Сколько ставишь ему? 3. Не, ну ладно, бывают энергетики их у 5. Ну, я... Типа вот ни туда, ни сюда. Что-то такое на 4. Ну, если бы я купил его, не знаю, вкус один домой принес бы, я бы не сильно расстроился. Да, вот просто когда есть чем сравнить, ты понимаешь, что вкусно, а что нет. Вот если просто его купить и попить, то нормально. Ты думаешь, да норм. Ну, короче, я 4 ставлю. Ну, правильно, правильно. Так, желтый какой-то максимально. А, написано, что он с соком. А, нифига. Да, да, да. А, 20% сока. Сока, ага. Ага, Juicy Monster Energy Juicy. Juicy, Так, ну погнали, Juicy. Ну-ка. Ебать, кайф. Ну мне. Да блин, как будто молочное что-то. Бля, как будто я сока попил. Ну, не, как будто это даже полезно на вкус. Ну-ка. Вот это мне прям зашел. Он, знаешь, из-за разряда... А, это абрикос. Во. Это абрикосовый. Да, он из разряда ионов как будто. Ну да, ион-то с абрикосом. Да. Но тоже вкусный, такой, он даже молочненький как будто такой. Мне не очень как-то. А мне понравилось, да? Я такое люблю. И он не люблю, кстати. Но он какой-то, нежный. Он с небольшой горчинкой, да, и есть, да, нежность в нем. Да. Ну, кстати, ну 8 я хочу. Ну, 8, но я бы никогда больше не покупал. Интересно, кайф такой. Ну, мне вкус понравился, но те как будто родные. А это такое... Что-то отчужденное. Да, что-то не мое, но вроде вкусно. Но у меня оценки своеобразные. Ладно. Давай, выбирай. Опа. Красота. Ну, манго-лока. О, вкусно пахнет. Это мой любимый был. Да, ну это прям вообще топчик. Это прям вообще, да. Мы всегда вот, если... Как сказать, выдается случай. Если выдается случай, есть этот энергетик в магазинах, мы его всегда брали. Да, прям офигенный. Ну-ка. Ну как на фоне тех? Это очень сахарно. Это самый сладкий из всех монстров. Ну, потому что, да, сахар. Ну, при том, все, ну, много мы уже попробовали с сахаром, но вот этот самый сладкий. О, у него тут вкус другой, или мне кажется? Не знаю. Я не помню, что в России такой вкус был.
Он прям насыщенный такой, вкусный. Сладкий. Он прям мега вкус. Угу. Я не помню, чтобы так было. Угу. Очень вкусный. Это мой любимый. Это король всех энергетиков. Король всех монстров. Да. Это прям... Что-то он вкус, по-моему, измененный. Может быть, даже вот этот самый лучший из всех. Вот этот самый лучший из всех с сахаром. Да, да. Как-то вот эти прям два кайфовых. У этого вкус прям какой-то мега выраженный. Прям хочется вот так облиться, знаешь, купаться в нем. У меня такое чувство прям... Это прям офигенно. Он как будто, ну если можно так назвать, натуральный такой вкус. Кайфовый. Прям вообще жесть. Вот такой есть вроде в России. Да, это недавно появился, я знаю, в Магните вот такой продавали. О, Punch Monster Punch Energy. Какой-то Pacific Energy. Ну, что-то такое, морская какая-то тематика. Тоже сахарный. Да блин, Артем, ты бесишь. Хватит это делать. Ну ты так сидишь. Уже три энергетика разлил, сколько можно? Фу. Ну да, он не очень, он фу. Он, знаешь что, вкус алкашовского детства моего. У тебя было алкашовское детство? У меня оно только алкашовское и было. Да, Артем с 11 лет бухал, вы хотите? У него реально суп. Нет, с 11 я выпивал. У него алкашовское... Бухал я с 14. Ой, ужас, но это уже не детство. Я уже не пью зато 2 года. Это что-то такое, знаешь? Что это за вкус знакомый? Не вишневый, случайно? Типа ягуаров, только нет. А, Red Devil, что ли? Знаешь, Red Devil пробовала? Такой красный с черным, такой там, да, дьявол. Да, я знаю, но я не помню. Вот такой что-то типа того, но я Red Devil любил, но мне это что-то напоминает, как будто на Новый год блевать скоро пойду. Не, ну, кстати, мне нравится. Кому вишня нравится, наверное, зайдет. Не десятка, восьмерка точно. Но если попробовать тошноту перебороть, то там к десятке ближе. Да, он хорош, хороший. Он хорош на самом деле. Ой, нога затекла. Да нормально все, ничего же не происходит. Что-то не очень-то и много энергетиков, которых у нас нет в России. Да почему? А, ну вот три осталось. А, ну да. Ну давай, да-да, вот этот, который есть в России, попьем. The Doctor. Желтенький. Пахнет вкусно. Апельсином вкусно. Вообще, вот эта банка выглядит как будто какая-то гоночная. Мне нравится дизайн, прикольно. Что-то такое чисто. Ну, такое, как будто водой разбавили. Чисто ямборгини какой-то. Это прям очень натуральный запах апельсина. Да, но вкус как будто водой разбавили, натуральный апельсин. Да. На вкус какой-то, он горьковатый, во-первых. Что-то такое медицинское проскакивает. Вода как будто, там половина. Да, вот как будто что-то, какая-то аскорбинка, какой-то медицинский. Мне, я просто иногда хочу себе энергетик подольше попить. Его половина остается, я воды туда чуть-чуть подливаю. И со временем вот он как будто такой становится. Ну, не знаю, какой-то горьковатый. Мне не нравится. Мне тоже не очень. Я ставлю ему 4. Он с сахаром, да? Да. Давай дальше. Меня уже тошнит от них. Да, что? Мы еще так, знаешь, не глотками, мы выпиваем по стока, наверное, с банки. Думаешь? Да, да, да. Ну да, бля, еще обоссусь. И меня уже штырить начинает. Да, что-то уже идет, энергия какая-то пошла. Так, ну осталась великая тройка энергетиков, которые мы все не пробовали. Какой тебя привлекает больше? Ну вот эту розовинку давай. Давай, и останется два противоположности, суперкислота и суперчерный. Да, да. Мне кажется, малина должна. Или слива какая-то. Панч опять. О, смотри, у него банка кастомизирована, как будто диджейская. Да, кастомизирована под всякие ползунки. Да, там, да, 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 под микшер. Что, под биты. Ну, о, всякие смотри, штекеры от наушников. О, жесть. Слива. О, все, это ненавижу. Вот это блейзер вишня. Ну да, есть такое, ну-ка. Кстати, они совсем похожи практически. Да? Только это более только сахарный. Только вишневый, наверное, более. Это прям сладость очень сладкая. Да, вот это блейзер прям. Да? А вот то вишня замаскированная. Да, то косточка вишневая, да, это прям да, вишня. Да, да. И еще оно из разряда апельсина типа того. Мне, честно говоря, вообще не нравится. У меня было блейзерного детства, мне вообще просто не нравится, я бы 3 поставила. Так, Monster Energy Ultra Яблоко, Paradise. Яблоко, наверное. Ультра ух ты, Парадайз, мне нравится. Вообще, да? Парадайз это кайф. А, то есть он получается должен быть тропический, наверное. А, и тут, смотри, лифчики летают, какие-то солнышки, речки, ножки. Да, да, красиво. Пальмочки. Без сахара. О, кстати говоря. Погнали. Что-то, мне кажется, он будет охеренный. Ну, интересный. Да? Я не понял вообще, ну-ка, что за вкус. Какой-то намешанный куча вкуса. Да, это яблоко, во-первых, яблоко. Там много чего-то. Ну-ка. Он реально тропический. Ништяк. Ну, прикольный, мне понравился. Как если, ну, вот мы часто пьем без сахара. Ну, вообще, мы их не прям часто пьем.
Но если пьем, то без сахара, я бы такой брал. Это кислое яблоко с чем-то намешанное. Там много чего-то, как будто. Киви. Да, вот всякое такое. Яблоко, киви, что-то еще. Вот этот вкусный. И не прям сладкий, адский. Почему называется Paradise? Ну, рай, типа. Это яблоко киви. Рай. Это прям вот. Не, это... похоже на Paradise. Похоже на Paradise. Ну, я представляю. Артем в Paradise уже. Не, ну представь море, ты в гамаке лежишь и его попиваешь, подходит. Ну, вообще охеренно, вкусный, да. Он такой свежий. Такой прям. Ну, теперь я прям киви. Киви тут самое, как будто главное. Яблоко и киви. Да, 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 точно. Прям охеренно. Мне кажется, что он очень освежает. Да, вот он какой-то настраивает. Настраивают на свежесть. Да, вот да. Ты идешь такой, тухнешь от жары, такой, купил эту херню и такой, о, как. Да, ну чисто. Прикольно, вот это вкусный. Да, да. Он под, у него определенный вайб. Вы пишите, может, уже у вас все они есть тоже. Может быть. От магазина зависит. Вот этот прям вайбовый, от него веет вайбом. Вот да. От остальных как-то не очень. Да, да, вот этот именно с вайбом. Да, да. Вот этот с вайбом. Какое-то да. У него настроение да, есть да. Крутое. Может, киви удивляет. Редко где киви попьешь. Ну и остался... Монстр Мули. Монстр Мули, как тебе? Он весь в таких... узбекских этих. О, тут пуля летит. О, да это не узбекский. Джинджер брю. Этот имбирный. Фу, блядь. Скорее всего. Наверное. Скорее всего имбирный. Витамин Б, главное. Он типа такой бандитский. Да, он так типа бандитский. Сидишь на ковре, самолете. Да, бандитский кастом летишь какой-то. Летишь с базукой. Я прям представляю такой Дон Корлеоне, ебать. Колхоз. Нет, цыганский. Каждый видит, что хочет. Он прям цыганский. Да, я представляю, на ишаке сидишь. Фу, ебать, такой... чисто подмышки цыгана. Ну, с одеколоном имбирным. О, фу, это... Нет, это чисто имбирь вот этот из доставки вонючий. Блядь, интересный эксперимент. Это вообще, нахуй, коровье говно, блядь. Фу, оно воняет, не всегда имбирём, а какой-то хуйнёй. Это ужасно, да, на вкус вообще пиздец трэш. Он сначала нормально, а потом послевкусие трэшовое какое-то. Это какой-то Old Spice, ну? Да, это что это за хуйня? Поэтому я сказал подушка. Что-то я расстроена. Знаешь, от него как будто живот сейчас начнет плохо себя вести. Плохо себя вести. Как будто такой, что это? Знаешь, как тоник, знаешь, как разбавить алкоголь. Да, 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 да. Вот, что-то такое. Он, кстати, без сахара. Ну, мне это вообще 10. Не, чисто за этот, как за его? За эксперимент. Да, чисто за силу, ебать. За экспериментальный вкус десятку ставим. Да, да, да. За смелость, во. За смелость. Да, да, прикинь, они же разработали вкус, запустили производство. Такие пьют, такие. Да. Ну, давайте рискнем. Да, 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 вдруг кому-то понравится, найдутся извращенцы, кто будет это пить вообще. Блин, ну это реально как жидкий имбирь из доставки. Подмышка вот. Цыгана. Как тебе в целом продукция Монстр? В целом лучше энергетиков не бывает. А вот я чего хотел. Ты не видела другие энергетики тут есть? В таких же коллекциях больших. Вдруг надо сравнить коллекции. Нет, пока не видела. Но мы посмотрим. Надо еще искать. Да, надо, потому что нельзя хвалить Монстр так. Надо ему противовес тоже искать. Не должно быть все так однозначно. Ну, Редбулов мало вкусов, адреналина, в принципе, тоже. Ну да, просто никто так не экспериментирует. Да, вот тут прям экспериментаторы вообще жесткие. И причем они, видно, экспериментируют, имея хорошие вкусовые вот эти все добавки. Да, добавки, да, 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 да. Очень богатые вкусы. Да, не так, как у нас, например, когда начали колу заменять там и все подряд. И видно, дешевые пародии используют, а тут прям качественные. Да. Тут прям офигенно. Вкусы разработаны на десяточку. Топ. Пишите, каких у вас нету, вдруг там что-то реально появилось. Подписывайтесь на Аню, подписывайтесь на меня, на ее YouTube-канал подписывайтесь. Все ссылочки будут в описании. Телеграммы обязательно. Там анонсы стримов, всякие приколы. Мы показываем жизнь тут. Кому интересно, можете полистать, посмотреть, как мы переезжали и так далее. Только долго листать, это в основном у Ани все. Да, вы сможете, да, на моем канале смотрите записи. Если плюсы и минусы Узбекистана хотите посмотреть, прям это такой полувлог, полурассказ, что как тут вообще. Мы постараемся снять, поищем еще чего тут. Ну, надо чуть-чуть пожить, чтобы больше информации собрать. Поэтому пишите, лайки ставьте, обязательно, кучу. Поддерживайте, колокольчик нажмите, все, кто там не нажимал его никогда. На телегу, бота ВКонтакте, все. Спасибо большое. С вами Жим и Артем были. Жим и Артем. Ну, Аня и Жим. Вот. И Артем. Всем пока. И Макс еще был здесь. Вы не видите, но он где-то рядом как с нами. Как усы вам по 10-бальной шкале? Да усики вообще...
Красивые.